Всем привет! Сегодня будет туториал на вот такого попугайчика Кареллу, или же нимфу, а мы начинаем. Берем лист и карандаш и рисуем овал, такой же, как на видео. И рисуем второй овал, такой же, как на видео. Сейчас расскажу чуть-чуть фактов об этом маленьком прекрасном попугайчике. Карелла, или же нимфы, это маленький кокоду. Из-за этого у него на голове хохолок. Эти птицы очень прекрасные и также очень дружелюбные. Если их приручить, то они будут требовать от вас очень много внимания. Рисуем полулист, как на экране. Делаем вот такую неровную линию. Это у нас будет клювик. Рисуем, как на видео. И делаем вторую половину клювика. Важно делать все, как показано в туториалы. Сейчас будем рисовать ноги. Делаем, как на видео, все. И рисуем две таких палочек. Потоньше. Первая нога готова, и рисуем точно так же вторую. Сейчас мы будем рисовать глазки. Делаем вот такой кружок. И рядом с глазом делаем вот такую линию. Сейчас мы будем рисовать щеки. У этого вида попугая очень милые красные щеки. Раскрашиваем глаз. Сейчас мы будем рисовать хохолок. Как я и сказала, Карелла – это маленький кокоду. Вот такими линиями и движениями мы делаем вот такой хохолок. Хохолок почти готов. Пока я рисую, подпишитесь и поставьте лайк. Вот и готов наш хохолок. Сейчас мы будем рисовать оперение вот таким вот способом. И так мы делаем по всему рисунку. Также таким же способом мы делаем хвостик. Сейчас мы чуть-чуть поправим наши ножки. Рисуем дугу. Вот так вот должно выйти. Сейчас мы рисуем небольшие перышки для крылышек. Вот и результат. Как вам? Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр и всем пока.